знаете, иногда мы подворовываем у своих детей, да, у меня же есть еще и детский хор, да, юношеский хор смешный. Вот, иногда репертуар и туда, и сюда бывает, да. Вот сейчас как раз такой случай, вот Чулпота тоже мы пели с ребятами. И второе произведение в последней нашей программе – это произведение Плешака «Журавли», да, «Улетели журавли».